Проведена специальная операция и населенный пункт Захотное, который находится за Ямпелем, по направлению к Артемовске, полностью зачищен. Захотное — это укрепрайон большой, который там был. Мы там как раз были. Молодцы. Сейчас 6 утра, и мы выдвигаемся. Если я правильно понимаю, задача такая — зачистить все, что до перекрестка Закотное, взять под контроль Закотное и поставить блокпост. Будет работать спецур МВД. Глава, здесь отведи, вы готовим колонну. Да, значит, генерал, ну вот мы дожили, Мустафа, до этого момента. Село это внутрь села не едут. Командиры подразделений, комбат! Все. Все стали. Четвертый, третьего. Ответил четвертый. К вам едет БТР наш. Заняли крайнюю точку села. Удерживаем село. А БТР возвращается. Да, идет зачистка села. Движения нету, просто КамАЗ горит без колес. Горит? Горит? Да не горит, он целый, просто колеса сбиты. Кто-то, блядь, поставил перегонку. Поможем доклады для КамАЗа. Где КамАЗ? Что ты паникуешь, Влад? Не наводи шум. Блядь, когда ты получишь пулю, блядь, будешь пи***ть, блядь. Боец, с***ался отсюда. Ну что, можно проверить? Команды не было.
Спасибо.